Ежегодно студенческий отряд «Колесо фортуны» посещает приют для животных «Спаси меня». Бойцы организовывают сбор продуктов для бездомных животных. В рамках благотворительной акции любой желающий может принести корм. Пшеницу, комбикорм для птиц, овес, геркулес, корм для кошек и собак. Такие акции мы проводим ежегодно. Выезжаем не только в приюты для животных, но иногда работаем с СРЦ. Традиция нашего отряда, мы не первый год туда выезжаем и сотрудничаем с данным приютом. Отряд является частью молодежной общероссийской общественной организации российских студенческих отрядов. На протяжении всего учебного года отряд проводит благотворительные акции и различные мероприятия. Раз в месяц стараемся обязательно выезжать куда-либо в ЦРЦ или в приют. Я сам еду в воскресенье, и я эти продукты сам повезу и обязательно добавлю. Отметим, что приют «Спаси меня» – временное или постоянное убежище для разных питомцев, у которых крайне мало шансов выжить в дикой природе.